Всем здравствуйте. Вот заказывал точилку для ножей с AliExpress. Пришла посылка. Пришла быстро за 4 дня. Но доставка не с Китая, а с России, с Российской Федерации. Сейчас распакую, посмотрим, все ли там нормально. С точилкой шли еще камни алмазные. Вот 4 штуки алмазные камни. 400. 400 грин вернистость. Двести сорок тысяча. Ну и 600. Вот сама коробка. Ruixin Pro называется. RX-008. Открываем коробочку. Здесь вот такая тряпочная. И инструкция. Точилка с поворотным механизмом на 180 градусов. И вот сама точилка. Сам поворотный механизм крепится к столу, закрепляется. Так поворачивается. Сюда крепится нож. Направляющие. Позже соберу и протестирую, и покажу, как оно точится. Сюда крепится брусок. Тут еще с ней идут камни точильные. Ну, обычные тоже. 600 гривность, 320, полторы. И тут 120. Все.
Все, всем спасибо. Пока.